во второй раз северная столица была наполнена солнцем острова Свободы. Фестиваль «Музыка де Куба», проходивший в 2012 году, уже второй раз объединил как любителей латиноамериканской и кубинской музыки и танца, так и ценителей искусства и документального кино. Яркое латиноамериканское шоу смогут увидеть петербуржцы в эти выходные. Сегодня в городе стартует международный фестиваль кубинской музыки и танца. Для горожан выступят коллективы из самой республики, а также из России и Англии. Зажигательные латинские ритмы среди суровой петербургской зимы. Кубинские музыканты приехали с концертом в северную столицу. Несмотря на то, что за окном мороз, в концертном зале «Аврора» сегодня будет по-настоящему жарко. Фестиваль посетило более 2000 человек. Программа была насыщенной. Действие развернулось на 5 концертных площадках. Музыкальная программа включала в себя латиноамериканский джаз, зажигательную сальсу, романтичные баллады, незабываемые афрокубинские шоу и многое другое. На сцене выступали Херардо де Армас Сария, Хавьер Кампос Мартинес, Ариэль Риос Роберт, Йоэль Гонсалес, Диана Лискай, Яков Солодкий и многие другие.